свое ограничение по времени. Есть. Будь здоров, не кашляй. И ты будешь ждать, пока тебя не заберут. Ты торопишься куда-то? Что потом ты с этим кораблем делать? Это хороший вопрос. Серый микроавтобус, кстати, там едет. А, он поворачивает. Точно, он на поворот идет. Вот там едет. Город. На стороне Катьки надо? Да. О, Ира, привет! Я тоже прикололась, вдруг сейчас. Ира, мы бежим, нам... А я тоже бегу. Тоже да? Привет, Жень! Привет. Вот так вот, видишь? Да. У нас тут мероприятие одно. Алло. Понятно. Вы поворачиваете, да? Ага. А вот все, на повороте, вы не тормозните. Все, сейчас бежим. Так, по деньгам сколько? Практически. Ну, удачи вам. Спасибо. 10 минут уже пролежал. Лежать холодно. А? Промерзает. Может, закроешь мне? Закрыть? Ни хера вообще. Можно закрыть и уехать. Короче, давай еще 5 минут. Давай 10. Да? 10 хотя бы. 10? Ну, осталось 2 минуты лежать. Какой-то чувак подошел, мне кажется, пиздил. Он подошел, стоял, пиздил, потом пошел смотреть номера домой. Можно встать, положить крышку гроба и просто пакетировать. Все, встаешь. Что так сегодня? Смысл в том, что, ну, вы знаете, да, про дискриминацию прав отцов, вопросов опеки над детьми. Ну, в качестве примера могу привести стандартную классическую ситуацию, когда мужчина с женщиной разводится, и суды... Ну, я понял вас, что, да. Да, встает на сторону, да, на сторону матери. То есть у вас именно вот тут взаимоотношения, грубо говоря, мама-папа и вот эти права. Да, 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 совершенно верно. Понятно. Я бы просто тогда бы в более глобальном бы смысле бы расценил вообще, да. Так это само... акция носит международный характер, потому что мой конкретный случай, он связан с тем, что у меня ребенок вообще за границей живет. И приходится прикладывать очень большие усилия для того, чтобы просто хотя бы видеть ее иногда. Здравствуйте. Что за акция? А я периодически провожу акцию в честь защиты прав мужчин против дискриминации прав отцов. Давно стоите? Сегодня? Минут 25. Вы кто-нибудь подходили, полиция? Нет, я еще не подходил. У вас есть паспорт? Да, конечно.
Так вы каждый день здесь? Нет, не каждый день, но периодически я обычно просто пикетировал. Спасибо. Получается, нас уже больше в плане. Но вы не пикетируете, пикетирую я. Надо просто плакат в руки взять. Уже фотографировали много раз. Сегодня было? Нет, сегодня не было. Спасибо. Что, я в кадре буду, да, потом? Ну, уже да. Все, удачи. Спасибо. Прямой эфир? Нет, не прямой. Подробный фотоотчет у вас. Требует. Понятно. Против дискриминации прав отцов. Слышала? Алло, ты слышал, блядь? Правильно. Совершенно верно. Скольки будет сегодня? Да, я думаю, что, как правило, больше часа, полутора акция не длится. Устаешь, замерзаешь. 25 минут, может, уже 30. Тебе 20, до 2, до полтретьего. Максимум до 3. Да, еще минут 30. А вас кто-то вызвал? Или мимо проходящий патруль? Или... Просто кто-то звонил. Да. Добрый день, добрый. Документы ваши можно? А уже предъявлял. Еще раз. Цель какая акции ваша здесь? Выступаю против дискриминации прав отцов. А данный предмет связь с спором что является? Права отцов. Покойтесь с миром. Перепишу ваши. Пожалуйста. Интересный у вас способ выражения. Вы сегодня тоже модный. Детей мерить. Детей мерить? Сериал будет, отец. Это я. Про меня. Это моя тема. Нормально? Нормально. Я с вами согласен. Спасибо. Движение поддерживаете? Или вам нельзя свою точку зрения высказывать? Ну, не в таком плане. Я понял. Спасибо. И до которого времени я планируете? Я думаю, что минус 40 еще не будет. Слушай, ну просто проходили, я видел прям чувака, который шел, остановился, посмотрел, телефон достал, начал звонить. Chief McNichol speaking. Is this the police? Базарил. У него, видимо, спросили, а какой адрес? Do you know the way? I know the way. И он пошел туда на угол смотреть табличку. Там таблички нет. Но я думаю, это стопудово. Ты просто такой вызвал, трубку повесил, пошел дальше по всем делам. Добрый день. Инспектор отдела охраны общественного порядка Центрального района Ленинградской полиции Семенов Дмитрий Владимирович. Ваши документы. Максим Валерьевич. Да.
Вы сейчас будете задержаны, доставлены в территориальный внутренний отдел по статье 7.1 занятия земельного участка. Незаконно. Так как ваша конструкция занимает определенную площадь городского участка, не согласована. Я понял. Так что сейчас подъедет служебный автотранспорт, мы в него пройдем, присядем и доедем. Да, с реквизитом что делать? А он вместе с нами поедет. Вместе с нами поедет. Да. Я понял, хорошо. А почему именно сегодня решили в таком... В таком образе. Обычно с плакатиком. Я стоял здесь с плакатиком неоднократно. Да, я знаю. Да. Ну, я Ну, вот сегодня решил вот так вот. Здравствуйте. 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 А вы уже ознакомились с документами? Да, конечно. Мы усматриваем вес и 12.2. Это осуществление одиночного пикета с участником одиночного пикета, с использованием сборно-разборной конструкции, и в то же время мы усматриваем здесь нарушение статьи 7.1 «Занятие земельного участка». Понятно. Да, после чего мы вам сообщаем, что вы задержаны, будете доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. То есть мы не исключаем того момента, что судом будет прекращено, не исключаем. Но тем не менее, нами будет подготовлен материал и направлен в суд. Я понял, ясно, хорошо. Я коллегам пока документы. Не, а можно все-таки паспорт? Ну, тогда пускай они у меня будут, если вы так переживаете. Все-таки решили задержать. Сначала вроде не было, да, такого решения? Ну, суть-то в чем? Проводить одиночные пикеты можно, когда вы стоите с плакатом. Но один тонкий нюанс, что вот я, допустим, в данном случае данную конструкцию расцениваю как сборно-разборную.